Нет, можно, конечно, нос засунуть, но только один раз. Очень красивый голос. Ну, вот такой вот, ни рыба, ни мясо. Беру чемодан, пакую, выезжаю. Всем привет, на связи Хижина Музыканты и новая порция классных реакций, крутых песен и хорошего настроения, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, это очень важно для продвижения, приходите на мои сольные концерты, список городов на экране, билеты в описании, будет живой бенд, гитара, баян. Авторские песни, очень классная роковая атмосфера. И, кстати, в моем телеграм-канале мы разыгрываем гитару, поэтому подписывайтесь, там всего лишь нужно нажать кнопочку «Участвовать», ну и, конечно же, подписаться. Погнали смотреть. Тут вообще песня. Здрасте. Здравствуйте. Блин, а я ТикТок ваш видела, я подписана на вас. Мила. Сыграйте мне песенку какую-нибудь. Какая твоя любимая? Мне нравится сейчас ДДТ просвистело. Ну давай попробуем. Че, как у тебя дела? Да у меня такое, ни шатка, ни валка, у вас как? Да нормально. А че у тебя ни шатка, ни валка? Ну вот такое вот, ни рыба, ни мясо бывает. Такое ни хорошо, ни плохо. А, именно сегодня, да? Да, но вы мне настроение очень сильно подняли, вот. Чем? Я еще просто... не успел. Я просто давно вас хотела увидеть. Ну давай, ладно, порадуй. Просвистела и упала на столе, чуть поела и скатилась по зале убитых песен. Да мне нечего терять, мир так тесен. Дай-ка, брат, тебя обнять. Яй-яй, всюду черти. Надави, брат, на педаль, час до смерти. До сгоревшего не жаль, а в чистом поле ангелочки-васильки, мы на воле. Нет ни грани, ни тоски. Огромный, у меня аж бровь задергалась. Да? Да. Ну, не мой конек, я эту песню не пою часто. Равно. Самое главное, что от души. Это же все равно радует. У тебя хороший вкус, получается. Да, получается. Да. А ты этот, чё в шапке-то? Это балаклава. Балаклава, да. А, да, ты лицо, это... наверное, скрывал до этого? Нет, зачем? По приколу? А, ну вообще модно, да? Ну, мне просто нравится, да. Круто, надо бы тоже прикупить. Да, в экономаркете, она стоит 500 рублей. Ага, нормально, вот. А тут что, так скоротать время заглянула? Да-да, я просто тренировки пришла, вот, решил пообщаться. Что за тренировку у тебя? Я танцами занимаюсь. Какими? Народными. Здорово. А где проживаешь? В Уфа. Круто. А чё на мой концерт не приходила? Я не видела, когда. Я не смотрю отлично вообще. А, и осенью было. Блин, вот я лох. Был концерт. Ну вот, следующий концерт, наверное, тоже осенью будет дальше, так что... А как тебя зовут-то? Меня зовут Катя. Катя. Меня Раиль. Очень приятно. А сколько подписчиков меня смотрят, скажите, пожалуйста? Я сегодня не стримлю, я записываю. А, ну ладно, вот. Это не важно на самом деле. Да, но ты не против, если что, вставить, да, фрагментик? Да, не против. Твой. Все, договорились. Хорошо, спасибо. Хорошего вечера тебе. Давайте, до свидания, спасибо вам.
Ребят, я уверен, что у кого-то из вас во время просмотра данного видео возникло дикое желание научиться играть на гитаре. И сейчас расскажу, как это можно сделать. Я уже много раз вам рассказывал про приложение Timbro, которое позволяет научиться играть на гитаре в домашних условиях. Да и не только. Подключать гитару к смартфону не нужно. Взяли с собой в поход гитару и смартфон и начали учиться там, где удобно. Ну а если вы хотите еще освоить помимо гитары фортепиано, то в этом приложении тоже есть обучалки. Ребята, время бежит, поэтому не откладывайте данный вопрос, скачивайте приложение Timbro на ваш смартфон прямо сейчас и начинайте играть на гитаре уже сегодня. Ссылочка в описании. Качайте, 50% скидка на премиум аккаунт, если хотите, чтобы все уроки были доступны. Ну а мы погнали дальше. Гитара! Натя, будете играть? Нет, будете вы играть. Опа, а как? Красиво. Ой, наверняка ты умеешь играть. Ну как, вот подарили. Ой, очень красивый голос поставленный. Ты умеешь петь и играть, это 100%. Я же еще не начал петь, как ты что? Какие выводы? Я чувствую. А, интуиция называется, женская. Все же. Женская, да. А что вы любите петь, слушать? Мы вообще, на самом деле, меломаны. Вообще все, что угодно. Бьется. Вот это сердце. Да, звери. Вот, молодец. Поехали. Бьется сердце, скорость набирает килогерцы. Сердце разрывают, просто такая сильная любовь. Ты еще не знаешь, о-о-о-о, просто такая сильная любовь. Просто такая сильная любовь. Ты еще не знаешь, о-о-о-о, просто такая сильная любовь. Я думаю, это лучшее, что случалось со мной вообще за сегодняшний день, блядь. Да, на самом деле, так ты большой умничка. Спасибо, да, я говорю. Порадовал девчонок. А? Порадовал девчонок, говорю, на сон грядущий. Очень приятно, вы откуда? Ой, мы из Вологды. Нифига себе, нормально. А ты? Я из Казани. Иринка, надо было ехать. Поезжаю, беру чемодан, пакую. Выезжаю. Можно даже без чемодана. Оху. Налегке. Налегке. Да. А что, в Вологде есть? Что вообще посмотреть? На самом деле, наверное, нет. Толком. Да нет, в принципе, есть, и ты знаешь, стандартные достопримечательности, там какие-то памятники, церкви, не знаю, что еще, музеи. Там кружево вологодское, масло, молоко, лен и прочее. А так особо, ну, не знаю, может, потому что мы здесь живем, поэтому нам так не кажется. Все равно туристы уже приезжают, что-то глядят. Ну, а, да? Как бы, ну, небольшой город. Ну, с Казани не сравнится, конечно, нисколечко. Ну, я редко слышу об этих краях, конечно, вологодских. Вот. Но... А вы не являетесь, что ли, этой достопримечательностью города вашего? Нет, про вас. Переживала. Ой. Знаете, мне что-то смущалось. Сколько тебе лет? Ну, где-то 25. Где-то? Приблизительно? Ну, все разные вообще дают. Вот интересно, вы что скажете? Ну, я думаю, ну, 24-25. Да, где-то так и есть. А нам сколько? Мы ровесницы. Серьезно? 23? 24, что ли? 27. А, ну тогда точно ровесницы. Мне 29, на самом деле. 29? Какой год рождения? 95-й. Ты мой хороший, не наврал. Да. Ну, мне в основном 21, конечно, дают, но сегодня что-то прям повышение. Повышение пошло. Равил, а... Ой, подождите. Привет. Ой, вы очень красиво выглядите. Да. Опа. Приятно, вы тоже классные. А да. Может, поешь песенку нам? Какую?
А ты какие знаешь? Любую? Ну, почти. Давай что-нибудь это... Ну, подожди, может артиста? Быть, Джизуса какого-нибудь? Джизуса? Ну ты... Можно, можно попробовать, конечно. Если всем нет. зайдет. Если всем зайдет. Да, вы знаете? Мы любим его очень. Да. Ну, это респект, я тоже слушаю. Но чтобы петь прямо, пою только одну песню. Угу, хорошо. Понятно, какую, да? Какую? Ну, девочка, класс. Хорошо, вообще, моя любимая. Как ее только я петь? Это хорошая песня. Типа так, что ли? Сейчас пробуем. Да. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты менялась на моих глазах. Мы не виделись так много, и ты мне не верила. Скурина, стлеен, что я наделал? Мы жизнь на перилах подъездного времени. And I wanna die, я, мне теперь давай. And I wanna rock you, and I wanna fuck you. And I wanna die, я, and I wanna die, я, and I wanna die, я, and I wanna die, я. Самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Вообще просто. Ну ты прям краш, да. Спасибо, вы тоже классные. Очень вы, хорошо, мне вы очень откуда? А вы где находитесь? Спасибо. Я в Казани, а вы? Екатеринбург, да. Круто! А чё не приходили этот на мой концерт? Концерт? А я вот впервые у вас в Екатеринбурге был. Телефон и не было интернета, не знали. Ну, это уважительно. Какой-то певец или артист? Ну, пою, значит, певец. Привет. Я же артист теперь. Да, она тоже поёт. Да. Ну, сразу видно, вы же это новое поколение рэп-исполнителей. Виагра, да. Виагра. А вы, как ваш ник, можно узнать? Яндекс.Музыка откроешь? Яндекс, можно Яндекс.Музыку. Ну, или ВК, да. Хижина музыканта, никнейм. Ух ты, вы прям, ой. Что там? Ой, что ты? Я просто вас видела в ТикТоке. Да ладно. Нет. Ой. Я помню, просто мне попадалось видео, вы пели там с девочкой лайк тоже было. Популярной, «Луч солнца золотого». Бременские музыканты вот. Это! Мне так понравился этот видос, он у меня лайкнут их и выдан до сих пор. Но я видела, я вспомнила. Ну просто. Ладно, теперь будем слушать. Да, и ну осенью на концерт приходите. Хорошо, а вы нас узнаете? Ну, постараюсь, я, да, со сцены всех видно, так что... Ну, конечно, ну, хорошо. Не видно. Да, не, а вы сами-то чем занимаетесь? Учимся. Учимся, да. Студентки? Я студентка, она тоже, это нет еще. Это еще будущее. Нет. Будущее. Да. Будущее. Все в будущем. Хобби нет никаких? Ну, я пою. Я на гитарке тоже играю. Yeah. Но, видите, у меня сейчас вот такое. Ну, да. Поэтому не вариант. Обычно у девчонок с такими ногтями спрашивают, типа, тяжело ли в носу чесаться? Тяжело, честно. Да. До мозга достает случайно, да? Ну да. Нет, можно, конечно, в нос засунуть, но только один раз. Потом уже только в больницу. А, понял. А чья комната? Вот эта? Моя. Кто там ангел сзади? Люцифер. Муж мой. А, у тебя уже муж есть. Стильно, уже стильная комната. Там аниме, да? Это комиксы. Да, это я сама делала, кстати. Оценка. 5 с плюсом. Вот же хобби есть. Ну, есть такое, да. Еще дырка в потолке. А, еще потолок имбовый. Нихера комната, я бы хотел здесь жить. В форме гитары, как будто бы. Да, но я не думала об этом, на самом деле. Вообще на медведя похоже. Ну, есть такое, да. На медведя? Ну, да. Нет, типа пряничный человечек. А, точно. Это ручки, это ножки.
бы. Давай, подожди, раз ты блогер, как нам попасть в твое видео? Мы хотим быть популярными. Да. Только законные способы. Нет, мы просто хотим передать людям привет, сказать, что слушали твою музыку. Да, давайте что-нибудь можете сказать. И вставлю. Ну, давай. Да. Хижина музыканта. Хижину музыканта слушайте все на всех площадках. Да, самый очень лучший. Крутой музыкант. Уважаем, любим, ценим. Yes! Все, ждите тогда на Ютубе. Сейчас, погоди секунду, я достану. Что? Вот висит. Ни хрена себе. А вон и вы. Кимбова, да. Вау, мы в кнопке. Да, редкость. Я не знаю, сколько таких в России, но когда я получал, было немного. Я нашла какой-то вот хижина музыканта тема. Это как артисты там песни собираются. А вот ниже спустишься, там уже будет... А, хижина. Вот 3 миллиона. Ну да. Ошалеть, реально. Ребята, хочу вам показать мою новую лимитированную коллекцию футболок «Рассвет» на тему нашей новой слэйной песни. Производство казанское, шьем вручную, можете посмотреть на сайте arslanshop.ru, приобрести себе или в качестве подарка друзьям, родственникам. Там же найдете еще худи, свитшоты, другие принты на тему моих песен, моего творчества и канала «Хижина музыканта», а также браслеты, стикеры и вот такие вот значки, которые можно крепить на одежду или на... аксессуары. А собственного сочинения что-нибудь? Есть, пишу. Можешь? Смотря что, конечно. Что более разошлось или новое, я не знаю даже. Что тебе по душе больше? А рок? Пойдет. Рок пойдет, да. Но вряд ли она вас впечатлит, мне кажется. Ну такая вот. А? Я послушаю рок с удовольствием. Ну давай. Ну здесь, конечно, нету барабанов. Я понимаю, это прекрасно. Барабаном я. Давай. Да, меланхолия называется. Такая. Почему мы смотрим в небо и молчим, вспоминая о тебе, у меня тысячи причин. Закрываю душу на засов, не слышу, как кричишь. Мы с тобой потеряли ключи. Моя, но я не знаю, как я потерял себя внутри того спектакля. И серым пеплом по ветру воспоминания, как приглашал тебя на первое свидание. Который раз меланхолия не даст мне покоя. Я был предан тебе, чуть позже предан тобой. Последний вальс и твои глаза, как мертвый мой. Но все равно я дал уйти в глубину бесполь. Который раз меланхолия не даст мне покоя. Я был предан тебе, чуть позже предан тобой. Последний вальс и твои глаза, как мертвый мой. Но все равно я дал уйти в глубину. Привет, привет. Молодец. Скажи привет. Очень, очень классно. Песня замечательная, мне очень нравится. Тебе бы записать ее. Она записана, между прочим. Я хочу ее себе. Я тоже. Опа. А где вы слушаете музыку? Хижин? Яндекс или ВК? В Яндексе. И в Яндексе, и ВК. А, ну я уже вот начал говорить название «Хижина музыканта». Ну, в Яндексе можешь набрать. Джузи, иди давай, Джузи, пожалуйста, куда-нибудь, пожалуйста. Джузи, Джузи. Лучок у меня тут прибежал. Джуси. Джузи. Надо было Джуси назвать, тогда бы было прикольно. Как в песне. Нужно помыть его, Саша. Какой красавец, я не могу. Покажи. Смотри, и тут, и там показывают, да? А, да-да-да. Ай. Красивый. Сделал бы сейчас на семерочку фотографию, то и здесь, и там.
Ну что, увидимся на концертах. Билеты в описании под этим видео. Приобретайте. Будет очень классно. И принимайте участие в розыгрыше гитары в моем телеграм-канале. Очень простые условия. А если еще снимите кавер на наш новый трек «Рассвет» в инсте, возможно, выиграете билеты на концерты. Короче, классная движуха намечается, поэтому всех обнял. Не теряемся, участвуем. Всех вижу. И пока.